В вашей работе вы сталкиваетесь с большим объемом информации. Как вы оцениваете свою способность работать с большим объемом данных? Юлия. Я почему-то была уверена, что я справлюсь. Но сейчас я понимаю, что мне не хватает времени поспать. Ну, выхода нету, выбора тоже, поэтому надо просто ложиться пораньше, стараться. А так все будет сделано. Дарья? Большой объем, у вас 7 родителей. Ну да, в принципе. Большой объем информации. Ну, еще надо сказать, что мы с Юлей за вот прошлую зиму еще обе отучились, каждая на своем направлении. То есть это тоже, так скажем, такой был массивный кусок, отнимал с одной стороны времени, с другой стороны это та самая информация, которую надо было переварить и адаптировать, так скажем, в работе в дальнейшей. Ну, как-то, да, приходится выползать из декретного мозга. Расскажите, кто вы теперь, с каким дипломом? Вспоминать свою деятельность в далекой молодости.